Привітанні, сябри. Белорусский мессорструктор удачно перезимовал. Все у них просто великолепно. Сейчас прощальный привет от зимы. У нас в Беларуси очень холодно, морозно, минус 16. Как мы выживем, я не знаю, но мы постараемся. Для моих мурашек эта погода ничего не значит, потому что на балконе у нас плюсовая. Но приходится постоянно держать открытую дверь на кухню, чтобы шло тепло. Потому что как только закроешь, то у нас тут же тут становится слегка некомфортненько. И даже вот эта вот маленькая мерзкая черепашка нуждается в тепле. Кормлю ее, кстати, таракашками. Приучаю к жизни. Она очень неохотно ест тараканов. Но, во всяком случае, съедает, когда очень есть хочется. Пусть живет потом. Пригодится ей на воле это все. Так вот, мессерструктор. Потихоньку, полигоньку развивается расплод. Вот такая красотища у нас тут формируется, но пока что они такие дохленькие. Моя мрейка повольная, никуда не торопится. Я тоже, в принципе, я от них и не жду подвигов. Появляются новые пакеты яиц, саму ее не видно, где-то прячется. Но, во всяком случае, она не бросает своих детишек, а детишки не бросают ее. Зернышек не делают запасы, все это хранится на арене. На арене тишина, но я это списываю на прохладу, зиму. Тут, понимаешь, волки воют, собаки лают. Ну, водичку пьют. Насекомых у таракана бросил разделанного. Вообще никакого ажиотажа не наблюдаю. Мух так, когда-никогда съедят одну раз в неделю. И на этом все. В принципе, не вымирают их и хорошо, что меня очень-очень радует. На этом все. Спасибо за просмотр. До побачення.